Парк Победы и Мемориал Славы в конце 20 века создавали всем миром. Участие приняли большинство бирчан, включая школьников. 9 мая 1980 года состоялось торжественное открытие монумента и зажжение вечного огня. В данное время, в преддверии очередной годовщины Великой Победы, идет прием заявок от подрядчиков на проведение ремонта Мемориала Славы. Аукционная цена запланированных работ чуть меньше 174 тысяч рублей. Небольшая сумма для того, чтобы, говорю, привести мемориал в порядок и подготовить его для празднования Дня Победы. Покрасить, побелить, то есть как бы навести более-менее порядок, такой косметический. Именно косметический, где что покрасить, где там что-то поклевать, подмаливать, ну то есть вот такие работы. Аукцион по проведению косметического ремонта состоится 5 апреля. По мнению горожан, Парк Победы, излюбленное место прогулок многих бирчан, давно требует полной реконструкции. Соответствующим структурам поручено приступить к разработке проектно-сметной документации по благоустройству этого объекта, имеющего патриотическую и культурную ценность для жителей нашего города. Главой задача поставлена вчера. Вчера это надо было уже все сделать, поэтому стараемся изо всех сил решить вопрос, ну, для того, чтобы с мертвой точки эту тему сдвинуть. По поводу проведения, ну, капитального ремонта Мемориала Славы, то есть сейчас решаем вопрос по проектированию, то есть надо здесь подготовить проект по ремонту, и все-таки уже ему лет-то. В данное время, пока не разработан проект, специалист не может сказать, какие средства потребуются на полную реконструкцию. Но отмечает, что однозначно это будет немалая сумма. Предположительно, проект будет создан к 2020 году.